Вот так вот у нас уже убыла кучка, больше половины. Возим на двух тележках в дальнюю комнату под холодильник. И потом, как навозим примерно в уровень, возьмем трамбовочную машинку, будем утрамбовывать. Эта комната уже почти готова. Осталось маленько здесь засыпать. И здесь как раз остатки кучи уйдут сюда. И потом начнем стелить пленку для гидроизоляции. Привезенный сегодня техноплекс. Вот этот вот техноплекс. Ну, запускаем уравнятельную машинку. Прессовальную. Маленько подровняли грабельками. И поехали тарахтеть. Ровно наравняет. Так потихоньку трамбуется. Площадочка. Маленько неровно получается, потом в ямки подсыпем. Или бугры снимем. Промеряем уровнем. И параллельно заполняем следующие комнаты щебнеотсевом. Еще раз проходим вибромашинкой. Подровняли все лопатой, прошли. Еще раз подровняли лопатой, еще раз прошли. И вот теперь у нас ровный слой. Уже на данном этапе перекосик всего сантиметр. Уже можно будет укладывать гидроизоляцию и техноплекс. Следующий день. Осталась совсем небольшая кучка щебенки, перемешанной с отсевом. А там у нас уже почти все выровнено, почти все разровнено. В этой комнате у нас уже все ровненько, все четенько, все затрамбовано. И этот коридор мы пока не будем трамбовать, потому что будем сносить вот эту стену.
позже. И вот здесь нужно поднимать уровень сантиметра на 3-4, на 2-3, наверное, даже. И трамбовать все, чтобы получилось так же ровно, как и в том помещении.